Привет! Сегодня я покажу вам, как я провожу занятия с Олесей. Лучше всего проводить занятия в утренние часы, когда ребенок только проснулся, когда у него много энергии и сил. Ну, это по возможности, да. Если вы работаете, то можно проводить занятия вечером. На это понадобится всего полчаса времени. Сейчас у нас первое занятие — построить кубики. А потом мы будем разминать наши пальчики при помощи пальчиковой гимнастики. Ты колобок строишь? Да. А сколько у тебя кубиков? Сколько штук? Тут? Пять. Правильно, пять. Вот так, мы уже не считаем, можем сказать, сколько, например, кубиков. Играем в домино часто, в карты даже. Сколько кубиков у нас? Всех. 12. Правильно, 12. Так быстро умеешь считать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Правильно. Давай теперь поиграем в пальчиковую гимнастику. Да, давай туда складывай коробочку. Сейчас классно настало то время, когда Олеся может сама собирать пазлы, кубики. Я ей могу совершенно не помогать в этом деле. Она сама отлично с этим справляется. У оленя дом большой. Он глядит в свое окошко. Зайка по лесу бежит. Где ушки у зайки? Да, зайка по лесу бежит. Мы капусту рубим, рубим. Мы морковку трем, трем. А потом все солим, солим. Потом все жмем, жмем. Как мы жмем? Теперь мы повторяем геометрические фигуры. Я нарисовала здесь всякие разные дальности. А теперь рассказывай, какие ты знаешь. Вот я стол нарисовала. Это стол ты нарисовала? Да. Треугольник закрасим желтым цветом. Где тут треугольники? Сначала покажи. Где треугольники и сколько их? Посчитай на картинке. Вот тут еще и вот тут. На листочке, да. Сколько треугольников? Покажи мне. Вот, а еще где? А где маленький треугольник? Где маленький, а где побольше? Покажи. Это какой? А это какой? Большой. Да. Давай теперь большой треугольник закрасим желтым цветом. Аккуратненько. Итак, изучаем формы. Берем белый лист и рисуем геометрические фигуры. Даем задание ребенку разукрасить разными цветами разные формы. Теперь возьмем красный и квадрат найдем. И разукрасим его. Вот этот? Мама не совсем ровный круг нарисовала. Давай нарисуем круглый, чтобы был. Возьмем монетку и обрисуем. Давай. Вот так. Обрисовывай. Держи одним пальчиком и обрисовывай аккуратненько. Вот. Теперь разукрашивай. Также ребенку нужно объяснять, чем отличаются фигуры друг от друга. Да? Треугольник. Три стороны и три угла. Сейчас мы будем все это повторять. Да, и сегодня у нас по плану будем изучать, повторять букву «Б». Вот такие прописи я распечатываю, очень интересные, и будем сейчас писать. Какие слова ты знаешь на букву «Б»? Вспоминай. Кабан. Нет. Это... А ты уже нарисовал кабан. Ну и что, что нарисован? Ты на букву «Б» говори слова, какие знаешь. Бабочка. Да. Буква «Б» с большим брюшком – в кепке с длинным козырьком. Белка, булка, барабан. Б стучится в двери к нам. Ищем загадки и песенки на букву Б. Найди букву Б на бабочке и обведи ее очень аккуратно. Аккуратно старайся. В итоге у нас вот так получилось, но я здесь не соблюдаю именно какие здесь задания, я сама что-нибудь придумаю, там счет еще, цифры какие мы пишем, ну короче, вот так вот в итоге все. Следующее задание у нас черный, нужно да, обвести сову. Бери черный фломастер, Олесь, убирай, Дим. Да. Будем обводить вот эту сову. Вот тут у нас перышки, да, мы обрисовали. Ну-ка, что, получилось? Угу. У нас арбузные семечки здесь есть. И нужно будет на каждое перышко наклеить арбузную семечку. Уже все, гоняться начала, есть тут все подряд. У нас сейчас здесь творческий беспорядок. Музыку включили. Вот у нас циферки. И сейчас мы будем к этим циферкам представлять арбузные семечки. Аккуратненько, там смотри, у тебя там... Олеся вырезала циферки, и теперь давай каждой циферке арбузные семечки подставляй. Считай, сколько.
Три. Надо было заехать, кстати, маме, кланхой взять и в нос закапать. Один, два, три. И так хорошо прошибает он нос. Четыре. Пять. Один. Шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. А где семь? Вот семь. А 7 плюс 7 сколько будет? 14. Правильно. Ура, справились с заданием? Да. Какая гадость. Ничего гадость, он смотри какой хорошенький. Зачем ты его принес? Где ты его нашел? В работе. Фу. У нас новый домашний опять житель. У него, по-моему, одной ноги не хватает, он смотри, что. Хромает? Да. Ну иди ко мне, мой бяшка. Букашечка. Бяшка. Почему ты его назвал бяшкой? Фу, козявочка. Мы сейчас делаем такую поделку ежика, да? Я распечатала картинку, теперь пластилином, а потом будем арбузные семечки. Так, еще вставай тут чуть-чуть сюда. Ничего. В итоге у нас получилась вот такая вот поделка. Ежик с колючками из арбузных семечек, грибочек из пластилина, листочек, да? И еще листья мы собирали в лесу и наклеили, да? Классная поделка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, нам будет очень приятно.